Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и добро пожаловать в наш 5-й сезон, 32-ю серию, да. Перед тем, как пойти... нет, никуда мы, ребята, в этой серии идти не будем, так, шейдеры выключить, это там уже много статуй в музее, что уже глючит даже, это бывает такое, ребята, честно, где много статуй, реально там начинает просто глючить. В этой серии мы не будем ничего делать, в том смысле мы не будем ни на кого охотиться. Я уже давным-давно обещал вот это поменять, как его вообще пока я говорю, поменять, точнее не поменять, а обустроить наш интерьер дома, то есть сделать какие-то диваны, еще что-то. И сейчас, в принципе, мы как-то постараемся этим заняться. Так, Рустам Алекберов. Я надеюсь, я правильно выговорил и надеюсь, что я сейчас правильно это запишу. Хотя я не... О, вот. Две штуки уже, ни хрена себе. Так, Рустам, сейчас еще раз посмотрю. Алекберов, вроде правильно. Это я меняю тем, кто... Что-то мне кажется, Тоби 228 скоро с музея вылетит. Наверное, так оно и будет. Так, Кал, в принципе, пока что нормально. Тут тоже нормально, тут тоже нормально. Кто еще просил менять? Но это все, что меня сейчас просят менять, это на первом этаже, поэтому сейчас мы имени менять не будем, я потом сам поменяю и потом вам покажу или сами потом как-то увидите. Ладно, сейчас, а кого мы словили в предыдущей серии? Сейчас там у нас есть наши компьютеры, сейчас мы посмотрим. Нужно как-то обустроить уже дом. Да твою! Это, знаете, наверное, вот этот баг из-за чизелов или фиг его знает. Потому что каждый раз, когда я ставлю статуи, вот такая хрень происходит, что залагивает. Вот. Вот. А кого мы словили? Кого мы словили? Чимчар? Кланг. Ну, Кланга я, наверное, зря словил. Я его, наверное, сейчас, ребята, и выкину. Я просто на имя даже не посмотрел. Нам нужен Клинг, а не Кланг. Это я забыл. Но зато у нас есть Чимчар. Эмфорос у нас уже, в принципе, прокачанный. То есть уже там вот все эволюции стоят. А больше мы вроде никого не ловили в предыдущей серии. Кабутопса. Ну, Кабутопса тоже нужно будет поставить. Сейчас мы его, в принципе, поставим. Но я туда еще никого не буду добавлять. Фосил покемон у нас будут как будто... Ну, как это можно сказать? Чимчар. Будут у нас как легенды, то есть туда будут попадать те люди, которые уже попали в музей, которые уже находятся на каких-то обычных покемонов, но они дальше продолжают комментировать, и, в принципе, их мы будем дальше продвигать как бы на следующий уровень, то есть кого-то будем ставить на фосил, кого-то на легенд. Йорг Кинг. У него пишется Йорг... Правильно? Йорг... Так, вот. Кинг. Так, ну, кто хочет поменять имя, ребят, пишите в комментариях, то есть, кто захочет поменять имя, напишите в комментариях, мол, Эдисон, там, поменяй мое имя с такого-то покемона, поменяй на такое-то имя, и потом, в принципе, можно будет поменять. Еще вот тут нужно достроить, еще вот тут нужно достроить, еще крышу нужно достроить. Так, ну, музея, но это уже, наверное, потом. Так. Вот это для ранч-блока, но пока что мы этим заниматься не будем. Мы чуть-чуть позже будем разводить покемонов. Просто сейчас как-то, ну, знаете, ну, не очень хочется, можно и так сказать. Так, покушаем. Перед тем, как что-то сделать, давайте вот это все наши вещи выложим в музей. Потому что какой нахрен музей? В сундуки, потому что их уже там куча. Музей, охренеть, музей. Причем тут музей, я вообще сказал, я не знаю. Так, вот что я еще... Это. Вроде и еще вот это, да? А сюда фастбол можно. Мастер левел. Ну, это пускай пока что будет. Еще вот. Вот так. Ага. В хлам что мы можем? Вот это можно, вот это можно, да? Вроде все. У нас тут кирок до хрена. Я не знаю, зачем у нас столько кирок. Давайте тоже выкладим парочку, а то мясо просто занимает, если честно. И давайте, ребята, пойдем посмотрим, что... Хотя, знаете что? Я не буду долго ничего делать, просто
что я хочу. Так, где находится вообще вот то место? Вот тут. Просто фосил, знаете, забрать фосил. Минус 460, охренеть. То есть минус 1400. Мы можем писать? Нет, так нет. Минус 1460, минус 1460, 75, минус 4140. Да, прям в точку. Так, быстренько, 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 быстренько это выключаем. У нас есть факелы, есть. И тогда пока что быстренько вот это убираем, да? Вот наш фосил. Быстро, чувак. Ну не чувак. Быстро вот так. Отлично. Ой, где потерялся? А знаете что? Ну, если тут еще рядом где-то будет какой-то... Опа, новый фосил. Не знаю, кто это. Ну, хорошо, что... Было бы круто, если бы не... Не Кабуто, потому что Кабуто у нас уже есть. И я только что хотел сказать, что добавлю Кабуто в музей, но так и не добавил. Ну да ладно. Это что? В принципе, фосилы тут, может, где-то еще есть, да? Но это нужно потом искать. Нет, это не фосил. Так, ладно. Ну что, ребят, ты поехали домой. 240, 75, 260. Вот так где-то. Вот. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Там-пам. Включили. Ну, что, я не двигаюсь. Во. Ну, пойдем посмотрим. И даже не пойдем посмотрим, а сначала даже фосил сделаем. То есть у нас уже есть все машины. Просто поставить сюда, да, и все. Даже фосил покемона можно сделать, если что. Но... Да твои... А, это оно так открывается. Я думал, опять залагало. Ты что, издеваешься нахрен? Ты что, твою ж... Что за баганый... Во. Охренеть, это что вообще такое было? Ну ладно. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, сначала лампа. Лампа у нас идет... Вижу, 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 вижу. Нужно две вот эти. Нужно две шерсти, да? Это нужно запомнить, две шерсти. Дальше. Я хочу себе сделать, в принципе, столики тоже. Но столики это легко запомнить. Потом, коробки пока что не нужно. На окна. А может, нет, это на weapon. Ну, не знаю. Так, что еще? Это пока что нет. Это можно на улице, знаете, на улице как какую-то, я не знаю, беседку какую-то сделать, тоже прикольно. И вот это у нас получается. Ага. Это у нас черное получится. А я... Нет, я не хочу черную, я хочу вот эту. Красненькую. Я давно себе планировал красненькую, поэтому красненькую сделаем. И стул, ну, в смысле, стол тоже нужно запомнить. Ага. Вот это, нет. Да, вот это я хочу. Вот так, вот так, вот так. Понятно. Это ясно. Что тут еще клевое есть? Тут много чего. О, вот, в лампу я хочу. Но лампа вроде не так уж и просто делается. Тут нужно железо. Ну, в принципе, железо мы навыбивали с наших бишарпов. 6 железа на одну лампу. Ну, в принципе, нам то, что много ламп нужно. Ух, тут куча всего, видите? А, ну как куча. Ладно. Поспим, может, или... А, кто у нас там точно? Вот. Кранидос, ух ты, ребята. Поставим, но пока забирать его не будем. Так, нужно дерево. Нужно... Давайте вот это заберем. Нужно дерево, нужно шерсть. Ну, у нас только 30 штук есть. Нужно... Что еще? Дайте вспомнить. Железо. Вот так. И нужно... дерево с тайги, да? А где у нас находится тайга? Ага, вот, да? Минус 1000. Упа, 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 упа. Нет. Что-то я не... О, босс. Сначала давайте босса убьем. То есть босс боссом, да, но все же убить его нужно. Я торчика слышал. Как он пишется? Покеспаун Торчик. Торчик. Вроде правильно. А, это Гроулит, но я не знаю, ребят. Гроулита, в принципе, нам пока что не нужно, если честно. Так, кого бы нам... Нам Трику сейчас нужно качать. И Крокурока. Давайте сначала Крокурока. И Свамперт. Свамперт вообще тут разруливает. Опа. Еще раз. Еще два раза. А, нет, даже один. Так, еще две лечилки. Нормально. Вроде все. А куда я вообще хотел тпхнуться? Я вообще куда-то не туда тпхнулся. Вот сюда.
А, это минус 1000. А, я минус 100 написал. А, в принципе, зато босса встретили. Во, как раз высота тут такая получилась. Вот это нужно, что... Я хочу красненькие диваны. Хотя, в принципе, да, правильно, красненькие диваны, потому что я хочу пару их сделать. И мне кажется, это действительно красиво будет. И, в принципе, ребята, у нас же 3 капитейтера, это, можно сказать, даже очень быстро. Ничего тут такого долгого нету. Вот так. Да, в принципе, уже хватит, но там я еще Басяндру вижу, а Басяндру нужно убить. Сейчас мы быстренько туда слетаем. Мастерболы нам нужны, экспешеры нам нужны, поэтому резона, чтобы не убивать боссов, я не вижу. Маркроу. Опа, это еще кто? Просто, ребят, вот действительно, вот эти новые версии, я еще даже не знаю, кто это такой. И в земле ли он, но мне кажется, что не в земле. Вот он. Нет, это Парас. А давайте тогда и вот того Маркрова не убьем, а даже словим. Охренеть. Убей, пожалуйста. Отлично. Аква. Бабл, вот. Маркроу. Где вот этот... Как он пишется? Маркроу. Нет. Ща. Попке спаун. Марк. Ща, ребят. Монферно. Магби, Мэджикарп, Магмуртар, Магнетон, Магнезон, Манкей... Мантил, Мариб, Мароварк, Маштомп. Че, издеваешься? Ага, понял, вот он. Муркров, да? Мы правильно? Да. Я хочу его себе словить. Вот он. В принципе, даже... Не то, что можно его словить, даже... Ты че, издеваешься нахрен? Это че было? Это чё было? Парас... Ща, ребята, куда он нахрен делся? Короче, Муркров. Вот, охренеть. А сейчас ночь, поэтому, в принципе, они даже небольшие уровни. Мне кажется, они должны очень легко словиться, по сути. Но сейчас мы попробуем. Как они такие мелкие, вот. Вот. Окей, Дасквол. Давайте, ну тот был какой, 10 уровень, а вот этот 27. О! Левел Бол нужно Даскволом было, я случайно нажал. Ну ладно, может еще и Левел Болом словится. О, там еще и босс, ребята. Запомните. Если я сейчас забуду, вы мне напомните. Но что-то вот этот не хочет ловиться. Тот, в принципе, какой, 10 уровень был, а этот практически 30 уровень. Поэтому есть какая-то разница. В шансе. Но зато мы его и так словили. Это кто? Зубат, но он вроде в земле, поэтому я туда рыться не хочу, если честно. Ну, куча вот этих маркеров, то есть они не такие уж и редкие, но все же у нас его не было. Я хочу вообще посмотреть, что это такое. Что за петушок мне какой-то показался. Так, где ты? Ну да. Что-то в этом роде. Вот он. То есть, какая-то ворона. Ну, в принципе, что-то в этом роде, но, в принципе, пускай. Вот так, да? Вылечим. Вот, лечилочка. Мы добыли вот это. Ща. Мы добыли дерево. Это, в принципе, нормально. Так, чтобы покушать, давайте вот... Ой, давайте вот это покушаем. Фу, вот эти фрукты, если честно, они не очень много восстанавливают, но они не должны много восстанавливать, потому что это обычный фрукт. Но с этих фруктов можно делать йогурты, можно делать, смотрите, pineapple, хэм, короче, пироги можно делать, вот, джуйс, йогурты, салат. Опа, а как делать сейчас? Ребята, да, мы посвятим одну серию вот этому. Салат, нифига себе. Мы посвятим одну серию кулинарии, можно и так сказать. Но чтобы это сделать, я хочу сделать не музей, а я хочу сделать ресторан. И специально, то есть музей для подписчиков, дом, чтобы жить. Посадка, то есть вот там плантация для приконов, а ресторан для того, чтобы там готовить охрененную пищу. И вот смотрите, ну просто даже я включу гейм мод, чтобы просто посмотреть. Ребята, вот.
Смотрите, сколько это кастрюли, сковородки, всякая хрень. А вот тут сколько? Посмотрите, сколько тут нахрен саженцев. А посмотрите, сколько тут еды. У меня палец устает вот это все перематывать. Охренеть, тут гамбургеры, хренамбургеры. Там столько всего, ребята. Как вот это делается? Кутинг. Ребят, как делается кутинг-борд? Вот. Ага, ага. Это чё, кутинг-борд? А это какая нахрен разница? То есть тут с железом, а тут без железа. Хрен её знает. А где нам капусту взять? Ребята, вы все шарят, кроме меня, в этом моде, можно и так сказать. Где вообще брать вот эти ресурсы? То есть это обычно вот... Где брать летус, вот эту капусту, допустим? Где брать вот этот кукумбер нафиг? Где вот это все брать? То есть вот так, например, ща... Это все делается вот так, где у нас там было. Вот, то есть мы ни хрена не делаем, просто сюда подходим, да? О. А, твою нафиг. Это же я с гейммодом. Нет! Вот. А что там поднялось? Вот. Вот. Ну это, наверное, вот так, да. То есть, сейчас мы выключим. Это, наверное, вот так и делается, если честно. То есть, кто, если я не прав, то напишите, пожалуйста, в комментариях, как вообще собирать вот эти кукумберы, капусты. Ну вот, короче, вот эти все не овощи, точнее, не фрукты, потому что фрукты, это понятно. Находишь где-то в лесу какой-то фрукт, потом выбиваешь себе саженец, из саженца делаешь дерево, потом садишь его и потом выращиваешь. Это понятно. А где вот эти фрукты, не фрукты, а овощи находить? Вот это-то мне интересно. Вот это мы еще не посадили, нужно будет посадить. Натмек. Не знаю, грецкий орех или что это. Ну, в принципе, сливы нет смысла собирать. Они у нас есть, но все же. Я просто хочу, смотрите, хочу найти еще парочку вот таких на земле вещей, которые можно собрать. Только я не знаю, где они. Просто, знаете, есть множество разных всяких вот таких. Даже в той же саванне есть много всяких, которые валяются на земле, то есть растут, да? Это, наверное, в принципе, так и делается. То есть ты обычно вот так летаешь, да? Например, летаешь, 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 вот, видел что-то на земле, вот. Вот, допустим, да? Увидел что-то на земле, подошел, собрал. Ну, тут вот это памкины выпали, не знаю, нахрен. Тут. И тут, допустим, да? Вот, например, что выкинуть, памкины. Вот. Кукумбер, вот, видите, то есть, да, наверное, вот так оно и делается. Все, что нужно, это просто вот так летать, его просто вот так искать. Вот видите, еще какие-то другое разнообразие. Вот мы как-то с другой стороны залетели, что ли. Вот. А это что? Это... Бинс, бобы, да? А это что? Сойбин. Тут, смотрите, ребят, тут столько всего, что это с ума сойти. Это все действительно нужно... Ну, нужно собирать, потому что это классный мод. Это классный мод. Только у нас места даже уже вот тут нету. Это нам, в принципе, нужно. Хотя как нужно? Нахрена нам вот это? Это нам не нужно. Сказал нужно, да, и... Так. И что еще можно выкинуть? Так уже нифига не добавляется. О, во, нормально. Так, ладно, все, ребята. Обещал, значит, сделаем. Приступаем. О, ну, нам не дадут, ребята, сделать интерьер дома. То сначала бобы, то сначала Magikarp, то еще что-то. Так. Где ты? Это ты? Ну, в принципе, чем мы? В серии вот этой мы обязаны сделать себе хотя бы диванчик, хотя бы стулья, хотя бы стол, может, лампу и другую навесную лампу, да? Потому что, смотри, у нас просто места уже ни хрена нет. Бурхел, Айс Хилл, Нетбол, Раунд. Ну ладно. То есть, ладно, пойдем. Нужно это все выложить. А вот эти все вещи. Давайте сначала выложим. Вот, уже сделался наш Кранидос. Но в этой серии мы его брать не будем. Возьмем его в следующей серии. И еду, допустим, вот сюда, да? Это все мы выложим сюда, ребята. Да, я с вами полностью согласен на все миллиард процентов. То, что нужно посвятить серию... еде. Я с вами полностью, ребята, согласен. То есть
А вот эта вся еда, вот эти овощи, фрукты, всякие там кулинарные хрени, это действительно нужно делать, это нужно посвятить серию вот этому. Но не сейчас, то есть я действительно хочу просто сделать какой-то, знаете, какой-то ресторан, чтобы все имело место. То есть люди в музее, мы дома. Еда в ресторане. Захотели покушать, пошли в ресторан, взяли себе что-то. Или сделали, например, да, там на плите. И покушали, да? И вот это реально, то есть, ну, классно будет, мне так кажется. А вы как, ребята, вы за то, что, чтобы я сделал раз ресторан? Но сначала нам нужно доделать дом, то есть интерьер сделать. Потом полностью доделать музей, а потом уже, в принципе, можно и ресторан как-то начинать делать, что ли. Вот так. Ща, это все нужно быстренько поскладывать. Вот это еще сюда. Это еще тоже сюда. Вроде все, то есть полностью чистое. Ну, вот это еще нужно вот сюда поставить и вот это вот сюда. И вроде все. А еще вот это вот сюда. Вот сейчас все. Сейчас уже полностью у нас чистый инвентарь. То есть вот это все нам нужно. Это я не убираю, потому что это нам нужно. Ну что, ребята, приступаем. Охренеть, уже сейчас серию заканчивать нужно, а мы только приступаем. Серию заканчивать, а мы только приступаем. Ну класс. Ну, в принципе, ладно. 1, 2, 3. Но тут нужно так нормально. Это. И вот это, да. Не знаю, хватит ли у нас шерсти. Первым делом, может, диванчик давайте. Вот так. Красненький. Две штучки. Ага. И вот где я хотел поставить. Я хотел вот тут поставить, только тогда еще одну штучку нужно. Там место. Не то, что место вот этих. У нас мало очень шерсти. Нужно себе будет еще шерсть, наверное, подобывать. Но, наверное, все-таки без съемки, чтобы не париться по этому поводу и искать марипов, да? На другом окне я хотел сделать небольшой столик с двумя стульями, чтобы можно сидеть и смотреть в окно, да, уже все запланировано. Вот так. А может спрус дерева делать? То есть спрус дерева вот это. Да, мне хотя нет. Это уже делается другое. А нам нужно вот это. Ага, понял. Да что ты выкинулась, вот. Я понял, как это делается. Вот так, да? И еще один. Вот. Ага. И столик. А столик как у нас делается? Так может. А может так? Вот, да, столик. Ху, класс! А тарелки тоже можно делать? Или тарелки вроде с кварца, что ли, делаются? Это вот сюда, это как бы поставить удобно. Вот так. И вот так. Классно. Мне нравится. А тарелки, я не знаю, как тарелки называются. Знаю, как по-португальски называется прату. Но не знаю, как по-английски, твою мать. Вроде а, вот, плейт, да. Dinner plate. Кварц. Кварц хрени. А кварц хрени как делается? С кварц полных хреней блоков. Но для этого нам нужно идти в ад. А в ад нам, в принципе, тоже нужно потом будет пойти, но... Plain йогурт. Ой-ой-ой-ой, вот. Так, ща. Ладно, ну что, ребята, что мы еще можем сделать? Big Platter. Ну вот эта хрень, ладно. Что я еще хотел сделать? Ну сюда мы тарелочку какую-то поставим. Будет прикольно, мне так кажется. И вот. Стекло. Если у нас стекло, это нужно еще посмотреть. Ну, 20 штук, не так уж и много, в принципе, но все же. Это можно? Сейчас мы посмотрим, можно ли вот это тоже совместить. Это вроде обычно делается, что ли? Хотя... Нет, вроде это даже тут можно сделать. Вот так. И посередине факел. Ага, тут не делается. Значит, только там. Значит, тут. Если и тут сделается. Сейчас посмотрим. Ну, тут вот так, да? Потом вот так и вот так. Да, вот тут делается. А если вот это заменить и вот это поставить... И вот это заменить. И вот это поставить. Не, только с белого стекла. Ну да ладно.
Тогда давайте сделаем. Ну, я не знаю, сколько нам нужно. 1, 2, 3. 3. Сколько хватит? 4. Ну, давайте сначала 4 сделаем. Вот так. Отлично. Это куда можно? Ну, допустим. Не, это не очень так смотрится. А это вообще собирается нахрен? Собирается, но так долго, что с ума сойти. Ладно, на улице это тоже нужно. Вот тут будет расставить. Вот тут, вот тут, вот тут. И где-то тут посередине, потому что темно, в принципе. Но сначала дома где-то поставить. Я не знаю, где будет красиво выглядеть. Ну вот тогда пускай будет. И две штучки. Ну, где-то вот тут. В принципе, да, классно, пускай будет. А тут, ну тут темно будет, да? То есть сначала пускай будет тут. А, я бы еще сделал. Я бы еще сделал. Диванчики, но нам не хватит. Хотя как раз на два хватит, и это классно. Один, один, два. Вот так, ага. И это я хотел у нас в комнате поставить. Вот тут, ух, какая у нас кровать, да? И вот тут поставить. А знаете, как тут классно будет? Если, например, хотя... Может, например, смотрите, вот тут диванчик, да? Тут какие-то цветочки. Вот тут диванчик. И тут стол огромный из... О, смотрите, как это классно будет. Тут какие-то цветы или еще что-то. Или, например, даже это можно будет переместить вот сюда. То есть это взять... Будем ленивыми? Да, поп... Это уже высшая степень лени. Вот. Высшая степень лени, ребята. Спуститься прям лень, действительно. Вот так. И допустим, вот так. Это, а, это, ну так, да, нужно? Да. Так. И вот так. Сейчас это сюда. Хотя нет, это глупо будет. Нет, 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 не вот так. Не вот так мы будем делать, не. Вот так. Это, в принципе, пускай даже вот тут будет. То есть вот тут у нас диван. Вот тут у нас такой же диван будет, только нам больше шерсти нужно для этого. Потом тут большой стол будет. Сзади какие-то цветочки будут. Тут цветочки будут. Тут может картина или еще что-то. Тут тумбочки. Точно, как тумбочки сделать? Тумбочки. Я там босса вижу, ну да ладно. Тут большой стол, и на столу потом мы сделаем тарелки с кучей вот той всей едой, что мы видели. Вот это будет классно. А как делать? Я только посмотрел, ребята, я ничего не беру, не переживайте. Вот библиокрафт, тут еще куча вещей. Вот, какие-то тумбочки, смотрите. Как делать, например, вот эту тумбочку. Вот. Ну... Не тумбочку, а для вот этих книжек, да, книжек пол. Вот, это тоже что-то. Вот это тоже что-то. Ага, но это все нужно будет потом сделать. Это... О, вот этот стол классный. Наверное, лучше вот этот было стол сделать. Вот так и вот так. Сейчас посмотрим, ребята. Потом небольшое голосование, какой вы стол хотите видеть. Очки, вот это, в принципе, тоже все можно потом будет сделать. Это же все классно. Что я хотел посмотреть? Как тумбочки. Тут есть у нас вообще тумбочки какие-то? Чтобы классно выглядело. А хрен его знает. Тут куча модов. Во, во, скамейку. А как скамейку делать? Вот этой хрени, ребят. Я не могу эту хрень скрафтить. Честное слово, это с мода одного, но я это никак не могу скрафтить. Это потом, наверное, просто возьмем, наверное, да и все. Я еще лампу хотел сделать, точно. А про лампу я и забыл. О, вот это я хочу.
Вот это тоже, ребят, это нужно просто брять. Не брять и не то, что вы подумали, а просто бря... Не то, что вы подумали, и опять говорю брять. Нет, ребят, это я не мат хотел сказать, и я не хотел сказать еще что-то, что вы могли подумать. Вот это еще можно гамак сделать, или как это называется. Брать, вот. Туалет можно сделать, тут куча вот этих модов, ребят, это все нужно реализировать. Например, вот это мы берем с креатива, потому что... ну, одна часть есть, а где вторая? А где вторая часть? Вот вроде, да, она? А, я понял, как это нужно делать. Смотрите. Ну, да ладно, вот это. Допустим, это вроде вот сюда. Это вот сюда. Это, ой, это вот сюда. А это куда? Это что вообще такое? Что это вообще за хрень? А это вот сюда. А? Ну не классно же? Только я не знаю, нужно ли этого нам вот тут. О, уже и дождь пошел. Допустим, вот так, ребята, это сюда. Да и почему ты брать? Ребята, это беру с креатива, потому что, в принципе, это нет. В обычных модах мы это не можем скрафтить, ребята. Эти глины, они не крафтятся никак. Хоть бы вы что говорили, они вообще никак не крафтятся. Кто мне сказал, что, в принципе, они выбиваются с монстров? Но монстров у нас нету, потому что это пиксельмон, да, и поэтому по-другому мы никак не сможем. Тут куча... Я выключу дождь, потому что не хочу его сейчас слушать. Давайте, в принципе, и поспим. Тут куча идей, которые можно реализировать. Можно себе кучу всего сделать. Потом даже на дворе можно себе гамак где-то повесить. Можно себе, я не знаю, еще что-то сделать. Это, в принципе, действительно очень классно. Тут куча всего. Ну просто то, что это не крафтится, вот в чем проблема. Даже, например, вот это если взять, да? Но это очень низко тут, поэтому тут нет. Но зато вы поняли вот тут идею с этим. И тут, в принципе, тоже классно. Это все нужно будет оборудовать. Оборудовать, да. Это, в принципе, очень низко, мне кажется. В этом доме не такие же и большие вот эти потолки. Что я хотел еще, это вот. Нет, не вот это, не вот это. А где вот это находилось, как его? Еще и вот эти нужно себе будет сделать точно. Новые печки, да? Где я видел вот ту херню? Вот. Вот это еще круче. Это не буду, просто я просто посмотреть, как это. Вот так, вот так, вот так. Понятно, сейчас мы вот это сделаем. Еще что можно? Я просто, ребят, сижу в геймоде для того, чтобы посмотреть, как это все делается. И как лампа делается. Я хотел посмотреть, но опять забыл. Ну, хрен его знает, как она делается. Хотя, вроде помню. Ну, ладно, сейчас мы посмотрим. Геймод. Так. Это вот сюда. Это давайте. Вот так. Давайте две штучки сделаем. И лампа. Как у нас делается лампа? А я... Опять лень высшей степени, но все же. Чтобы просто посмотреть, правильно ли я думаю. Я потом вот это все добуду. Я и за кварцем, наверное. Ну, за кварцем мы потом, наверное, вместе сгоняем, но все же. Как-то вот так, что ли. А как? Хоть убейте, ну не помню. Ламп. Вот, нет, не вот. Не тейбл лампа, как вот та лампа. Опять нужно геймод включать. Ламп, вот она. Тал ламп. А, так чё я туплю нафиг? Там, наверное, может и поэтому не показывается, что оно вот тут. Вот. Ага, ага, ага. А я не так делал, я же так делал. Вот, вот.
Так, а я не так делал? Я, может, вот так делал, что ли? Ну, фиг его знает. Ладно. Потом тут нужно будет вот это закрыть. В смысле, вот эту дырище. И вот тут, например, ну, я не знаю, где бы тут классно поставить. Тут у нас баня будет, что ли, или что-то такое. Например, фиг его знает. Вот сюда. Ну, в принципе, да, прикольно. Это можно будет убрать, просто на улицу перевесить. А вот эти лампы тут понаставить. Ну ладно, ребят, давайте нам заканчивать. Смотрите, смотрите, вот, вот, вот даже если... Вот, хотя еще нет, пока что еще не закончим. Я хочу уже себе и баню сделать. И баню, да, ребята, и баня. Просто набрать водички и поставить туда уже, залить точнее воду. И все, на этом можно заканчивать. Сколько там уже серия идет? Ни хрена себе серия уже идет. Ребята, лайк за это, потому что действительно серия уже долго идет, и это, я надеюсь, для вас классно. Но все же, ребят, не забываем ставить лайки за это. И баню. Да, ребята, мы делаем и баню. Вот так. Сейчас еще сюда. Вот так. Сюда. Вот. И баня. Фу, Кранидос, Кранидос там у нас, смотрите, как мы это все делаем, но его мы заберем в следующей серии уже. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Ага, вот что я еще забыл. Вот что я еще забыл. Ой. Вот. Вот так. И знаете, еще прикол, ну хотя тут у нас не получится вот это поставить, потому что тут... Нету таких деревьев. А есть ли у нас где-то вот тут в лесу вместе деревья? В смысле, рядом где-то. Ну хрен его знает, это нужно потом будет искать. Но в смысле гамак сделать. Гамак это круто, лежать на нем в принципе вряд ли мы сможем, но все равно. Давайте даже я просто сейчас покажу. Вот так, вот так, вот так. Ага, значит 4 нужно. 1, 2, 3, 4. А у нас 5 есть. Нахрен. Ладно, вот так, вот так, и как бы, ну как бы вот тут нужно, да, только места не хватает, вот так, то есть гамак, но, точнее, места хватает, даже слишком много места. Вот это они с модом делают, что когда даже с геймодом убираешь, оно на землю падает, если честно, это не, ну, не всегда удобно. Так, я сейчас выключу геймод, просто я показывал вот этот гамак, если я правильно это называю, это же гамак, да? Это реально классно, но его сделать никак нельзя, ребят. Вот это, в этом моде что-то половина, даже не половина, а именно вот в этом моде вообще ничего не крафтится. То есть вот с той глины, но той глины, ребят, мы никак ее не сможем добыть, хоть убейте. Те, кто говорят... Ой, мне уже на секунду как-то показалось, что это мастербол какой-то. Те, кто говорят, что ее можно скрафтить, ребята, ее вообще никак нельзя скрафтить. Я уже пробовал, и, в принципе, это уже понятно, что и вот эту глину никак скрафтить нельзя. Поэтому, ребята, все, что нам остается, это просто взять вот эти ресурсы с креатива. Даже не ресурсы, а как бы уже готовые вещи, да? 1, 2, 3. Опа, смотрите. Вот так. Вот, ай. Это нужно, смотрите, даже все прямо так ставить. Вот так. Ну чё, кто скажет, что у нас некрасивый дом? Ребята! Вот это кайф. Ну смотрите, как это классно выглядит. Вот тут еще нужно потом... Ну сначала давайте хотя бы факелы наставим, да? Пока у нас ничего другого нету. Это наше, это мы не брали, это я сам крафтил. Ну сначала давайте хотя бы вот тут факелы поставим. Ну и чё? Ну некрасиво? Давайте даже я где-то вот тут вот скриншотик. Баня залез, скупнулся нахрен, попукал, бульбашки повылезали, вылез такой сразу на гамачок тут. Ох, полежал. Вот. Мы лежим, ребят, это такая текстурка. Никсген лежания, вот. Мы лежим, крутые, вылезли. Еще тут прилегли, ух. Потом сюда. Сели. О, туда же... Нет, нельзя тут садиться. А ну, как мы вообще? Ну, это мы стоим, в принципе, ну да ладно. Хотя, ну да, как-то стоим. Пожрали что-то. И все, и пошли вздремнули на наш второй этаж. Не, ну классно получилось. Вот этот гамак, это вообще прям охренеть. Вещь.
Но, ребят, я его взял, потому что его никак скрафтить не можешь. Не можно, да. Ребят, давайте, наверное, заканчивать. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Я надеюсь, то, что вам понравилась длина этой серии, потому что 40 минут это прям до хрена, если честно. Давайте на этом заканчивать, ребят. Ставьте лайки. И не забываем, что если наберем 500 лайков, то новая серия выйдет сегодня. На этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.